Главным подарком для всех сотрудников акционерного общества стало заслуженное внимание со стороны госчиновников, активно использующих возможности полиграфии в производстве документов большими тиражами, в том числе и избирательных бюллетеней. Мы очень ценим взаимодействие и вклад акционерного общества в проведение, в подготовку выборных процессов. После поздравительных речей, вручения грамот и дипломов для сотрудников состоялся концерт с участием представителей фольклорной музыки. Мы сегодня 800 человек собрали. Это наши, здесь были наши партнеры, с кем мы работаем, наши поставщики, наши коллеги были, акционерное общество, госпредприятия, государственные учреждения, государственные органы были, представители государственных органов, средства массовой информации, то есть и наш трудовой коллектив, соответственно, их родственники. То есть, я думаю, сегодня праздник удался. Этот праздник был подарен именно коллективу Чхуна. Все же было отмечено, что не во все времена полиграфия работала на полную мощь. Мы сегодня отмечаем вот великолепное для нас событие 95-летие. Но пройденный этап сейчас, видимо, там на собрании будет показан слайдами. Пройденный этап очень хороший. Но были еще крупнейшие предприятия. Полиграфкомбинат был такой имени 50-летия Кыргызской Республики, по-моему. К сожалению, он попал в банкротство там после развала Союза. Многие предприятия, как вы знаете, но не смогли удержаться на плаву. Но акционерный общество «Чхун», благодаря его коллективу, менеджменту или стараниям, до сих пор функционирует. Но потом последние 3-4 года очень эффективно свою деятельность показывает. В Кыргызской республике полиграфическая промышленность начала создаваться в полной мере только после Великой Октябрьской социалистической революции. Директивными органами советской власти было дано указание: вопрос об организации типографской промышленности должен быть решен в кратчайший срок. В связи с этим был построен двухэтажный дом печати, где на первом этаже была размещена типография, а на втором – редакционные, издательские, информационные, творческие учреждения. Артем Булычев, Телек Асхатбеков, 5 канал.